Привет. Ну я вот тут в очередной раз накупил себе опять с нашего любимого Алиэкспресс всякой ерунды. И это, как бы сказать, блин. Короче, стекла, губы, колеса и, короче, прочая ерунда, короче. Ну, короче, от которой я, бля, вечно прусь, нафиг, так сказать. Блин. Ну, бля, ну вставляет мне такая вот тема, вот, ничего не скажешь. Да, вот это вот колесо. Для, по-моему, 60-ваттный губы головы. Да. Купил, так сказать, на всякий случай, блин. Понравилось. Красивое. Да. Я прям как ворона, блин. На всякую фигню ведусь. О, какая красотища. Всего лишь, по-моему, 300 рублей, что ли, мне вышло? Что-то вообще мало. Да. Я такой мега-акционер. Я, короче, специально дождался акции, когда оно, блин, будет по акции, блин. Вот не поверите. Да, вот, кстати, такие цвета красивые. Ну, короче, ну, все, в принципе, стандартное. Да, кстати, очень маленькое. Да, реально очень маленькое. Ну, повелся. Ладно, едем дальше. Ну а дальше, конечно, у нас тема повкуснее. Это гобо колесо для светильника побольше. Здесь реально до хрена цветов в нем. То есть, ну, много оттенков. То есть, ну, красивые. Что-то тоже, по-моему, то ли 400 рублей, то ли еще сколько. Ну, короче, этот, блядь, короче, губище-то раскатал, это самый, блядь, фига себе, блядь. У меня такого еще ни разу не было. Ну, короче, купил я их, короче, до хрена и больше, короче, тут, блядь. Короче, сейчас несколько штук. Вот, раз. Так, а, блядь. Другие уже, другие два, по-моему, я разобрал. Ну да, вот, короче, вот еще одну, которая уцелела, короче, блин. Да, было три штуки. Так. Ну и что ж. Купил еще вот такую тему. Это для 200-ваттного бима, что ли, по-моему. Вот такой вот, как сказать, индексная. Губы колесо называется. Да. Кстати, крутится очень легко. Тоже хрен знает. Ну, понравилось. Ну, понравилось. Понравилось, что-то это самое. Не помню, сколько стоит. По-моему, 1000 с чем-то стоит. Вообще, что-то это самое. Недорого. Да, кстати, брал все по акции. Его, кстати, тоже по акции брал. Узор красивый. Особенно, когда через него свет проходит, это самое, и все это дело вращается. Да, эти почему не цветные? То, что здесь призмы, это самое гобо колесо, вот такое же стоит. Да. Вот это колесо как раз в паре работает вот с этим колесом. То есть это самое. Ну, я купил чисто ради интереса. Просто интересно было. Так. Потому что, ну, как сказать, ну, не было у меня такой темы, ну, никогда. Так, а вот эту тему, вот эту штуку, тоже индексное гобо колесо. И его я хотел встроить, так сказать, блин. Ну, что, как говорится, в сканеры хотел встроить. Мне кажется, так губище так слегка раскатало бы. Да, у меня фантазия прям капец прет нафиг иногда, блин. Это, кстати, еще легче крутится, просто вообще прям очень легко крутится. Узорчики. Так. Такие есть узорчики. Классные. Ну, как сказать, классные. Однообразные, блядь. Ну, такие, блядь. Звездочки нету, нифига. Цветочки какие-то. Ну, это 3D-рисунок еще более-менее. Да, кстати, это стекла стоят. Это не... Нет, самое. Губы не железные, это стеклянные. То есть на стекле уже
оксидным путем нанесен этот рисунок. Так, вот так, короче. Ну, короче. Короче, пробовал устроить сканеры. Да-да-да, сейчас покажу. Вот в эти сканеры, если кто не знает. Вот. Но в итоге что хочу сказать. В итоге там оказался очень хитрожопый моторчик. В этих сканерах. Вот такой он. Да-да-да. Вот такой вот моторчик там оказался. Который вот в головах тоже стоит. И сканер, кстати, такой же стоит. И по проводам, ну, то есть это самое, по количеству проводов, да, самое, его довольно-таки, ну, как сказать, ну, трудновато воткнуть. Вот, сейчас я покажу. Блин, убрал. Вот в такой моторчик, скажем так. Ну, то есть это самое, надо переделывать. То есть вот этот шлейф переделать вот под такой шлейф. То есть количество проводов здесь больше, чем здесь идет от мотора. То есть, ну, короче, в итоге что? В итоге я на это дело все забил нафиг пока. А со сканеров, вот с этих, я, короче, нафиг отодрал все стекла те, которые были наклеены на гобоколесе, и сделал их просто белыми. То есть теперь они просто белые. То есть, и, как сказать, это я решил так. То есть, если нету в них цветов, ну, то есть дополнительного гоп-колеса, вот такого, скажем, смысл тогда. Решил я, короче, сделать их просто белыми. Потому что адреса все равно, получается, на цвета нету. Так, теперь они... Пока я, конечно, это дело все забил, конечно, я постараюсь, конечно, это губка впихнуть. Кстати, тоже смотрится неплохо довольно-таки. Я так считаю. Вот как-то так. Так, чё ж. На этом все.